Ты готов стать моим рабом? Выкинь оружие. Всем здорова, дорогие друзья. Многие из вас просили снять рубрику «Оружие от подписчика». Вы просили, получайте. Короче, когда-то давно я уже снимал такую рубрику, и она вам очень-очень сильно зашла. Кто не знает, в чем смысл этой рубрики, объясняю. Я приглашаю рандомного подписчика из своего ТГ-чата, ТГ-канала, и он мне дает рандомную пушку, и я играю с ней до того момента, пока не умру. Итак, ребята, за каждую смерть. В общем-то, сегодня посмотрим, насколько сильно там меня подписчики мои же, да, собственные, любят, и какие пушки они мне будут, собственно, выносить. Ролик получился, как обычно, очень интересно. Не забывайте про подписчика на канал, не забывайте ставить лайкосики, ну и, конечно же, не забывайте залетать мой личный ТГ-канал по ссылочке в описании. Ну и, кстати, вот три победителя прошлого розыгрыша. Каждый из них получит по 660 USD на свой аккаунт. Если ты хочешь стать одним из них, то не забывай про подписчика на канал, не забывай ставить лайкосик, ну и, конечно же, не забывай про ID от PUBG в комментариях. Ну а мы погнали к ролику. Let's go. Новый сезон Metro Royal в самом разгаре, а ты устал сливать вещи каждый раз? Теперь это больше не проблема. Ведь сайт FunPay подготовил для тебя огромный ассортимент различных оружий и всех видов брони. И самое главное, по максимально низкой цене. Так что тебе больше не придется переплачивать за разные вещи в различных магазинах. А еще тут созданы все условия для максимально простой и безопасной покупки. Так что скорее заходи и экипируйся. Ссылочка, как всегда, в описании. Так, короче, сделал пост в своем ТГ. Короче, выбираем рандомного подписчика и надеюсь, что пушку мне дадут нормальную. Здорово. Я видел, что ты был первым мне кинул заявочку, поэтому тебя я принял. Так, ты смотри, не пали пушку лучше, а сразу спрошу, могу ли я менять обвес на твоей пушке, которую ты мне дашь? Ну, думаю, да, можешь менять. Так, главное, не пали пушку. Короче, готовимся и полетели. Очень интересно, что это за оружие. Надеюсь, что в тильте не буду после него. О, слушай, ну... Золотой еще, нифига себе, что за бафы? Бронебойная пуля. Ну, неплохо, слушай. Так, ну тебе спасибо за хорошую пушку, а я полетел. Пушка, конечно, имбовая. Я думаю, что сливать с такой пушкой, это прям максимально тупо будет. Так что стараемся как можем. Запускаться будем в соло-режиме. Если выживаем в соло-режиме, то уже пойдем соло против скодов с этой же пушкой. Так, ребят, окей. Спан подземочки. У школы это спал, но тоже пойдет. Так, по сути, на школе у нас должен быть как минимум один челик, поэтому сейчас моментально выходим с подземки и идем на школу. Так, это чего сверху, да? Здорово. Блин, жаль, что не вышка, но улучшенная тоже пойдет для фарма. Вернее, для отстрела собачек. Так, возможно, у нас на школе еще будет чел, хотя вроде бы боты стоят на месте. Ну да, будто тут никого. Так, а это что за граники? Нифига себе, там типа заплевывают просто. Где-то в упоре, да, у нас челик или что? По кому босс стрелял? Там просто какого-то бедолагу закидывают граниками. Наверное, все-таки помочь нужно мне. Здорово. А нечего граники дать, бро? О, шлем. Хорош. Впереди чего? Ну, вроде бы тут никого нету. Так, ладно, короче. Даже если там труп есть, утать его не особо хочется. Че это? Зачем, брат? Зачем ты посмотрел сюда, бро? Не хотел тебя убивать, если честно. Так, погоди, а где чел? Только вот этот чел под горой был и все. А, нет! Я буду жить. Я живу. Как он его тут не видел? Че за бред? Он до сих пор там лежит. Серьезно? Ну давай, бро, пикай. А, какой-то бедолага. Подожди, это какой-то бедолага. Мне нужно его завербовать. Алло, братан, у тебя есть возможность жить. Ты готов меня выслушать? Я тебе предлагаю выйти, добровольно сужить оружие и стать моим рабом. Либо умереть. Убивать я тебя не буду. Ты готов стать моим рабом? Выкинь оружие. Ты серьезно? Мальчик, просто мальчик. Сложи оружие. Раз, два. До трех считаю, убью. Два с половиной. Бро, ну я предлагал тебе по-хорошему. Вы видели просто, что он делал? Хорошо, типа такой, сдаюсь, да?
Достает пушку, зажимает, ни одной пули не попадает. Понимает, что в дерьме. Скидывает оружие. Думает, что вот сейчас я скину оружие, подберу, убью его. А он даже не понимает, что если ты скидываешь оружие, то у тебя патроны с обоймы автоматически просто вылетают. И тебе нужно снова перезаряжать пушку. Че за бред? Вот так и доверяю бомжикам. Кашка, вышка, шестая каска. Ну, в принципе, такое себе. Предлагаю нам пойти на радейку. Возможно, на радейке уже есть люди. Так, надеюсь, что никто не крысит. Оружие, кстати, открыто. Пожалуйста, не надо меня крысить, ребят. Не хочу умирать от крысы. Так, вагоняк стоит. Лежащего челика вроде бы не видно. Блин, ну на радейке чуть тишина вообще. Я не верю, что прошло вот 9 минут, и челика до сих пор нету. Ну это бред полный. Нет, есть. Тогда не бред. Залетаем туда. А, так тут даже не один он, да? А это интересно. Так, чё по инфе? На крыше у нас тип. И он там в той стороне тоже типок. И дал граники, но сейчас что-то перестал. Оба, тут чё, Библия? Здорово. Собаки, не мешайте, пожалуйста. Какой же маленький урон тут, блин. Но я живой. Вот был бы баф на изысканную пулю, было бы вообще круто. Но дареному коню зубы не смотрят, поэтому что есть, то есть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, хорошо. Просто хорошо. Фул 6 сет. Ну, почти фул 6. И МКшечка вышка. Это мы забираем. Так она еще на типоке, нифига себе. Так, ну я думаю, что этих лутаем. И можно, в принципе, бежать уже на выход. Ну, вроде бы, все, что мне нужно было, я поместил. Радика, конечно, полутал бы, но погнали лучше запустим новую катку. И уже попробуем играть с этой же пушкой в соло против складов. Так, ребят, ну катка хорошая. Паут, в принципе, неплохо. Я доволен. Окей, там есть люди, мужики. Я думаю, что вы все прекрасно понимаете. Вена. Что? Что? Алло, Веном? А что за прикол? Окей, я сделаю вид, что я этого не слышал. Хорошо, хорошо. Но это максимально странно, мужики. Так, ну эти челы сюда не идут, поэтому мы пойдем к ним. А люди там у треугольника, значит, да? Окей, я понял. Так, короче, погнали на треугольник. Что еще делать, в принципе? Но они не совсем треугольники, они где-то правее немного, да? Опа. По-моему, они меня видели, да? Похоже, что да. Или нет? Подожди. Это вот с того чел был. Так, подсос, подсос. А вот и пчела, кстати. Двое. Здорово. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что это, что это? Собачка на месте. Спасибо большое. Кстати, забыл брать радейку с прошлой катки, поэтому этого брать не будем. Чё-то мне кажется, что лута тут просто куча будет, да? Ну, с первого типа явно жестко насыпало. МКшка, вышка. Хорош. С типоком еще, нифига себе. Так, давайте смокер скидаем, чтобы какой-то тип так же, как я, не убил меня. И можно, в принципе, будет спокойно лутаться. Каска шестая, хорош. МКшка, вышка, еще одна. Чё-то прям насыпал не по-детски, мужики. Слушайте, мужики, я так-то забит уже. Хотя вроде бы всего сделал 3 килла. У меня как раз выход около босса, и я думаю, что нам пора домой. Короче, мужики, я думаю, что нам стоит поменять пушку. Нет! Нет, нет, я жить буду. Нет, нет, пошёл. Да, мы бы так и так поменяли пушку, походу. Даже думать не надо. Спасибо, бро, что ты вылез из ниоткуда. И каким-то чудом попал гранником еще в самом конце. Крут, крут. А, меня еще и раздели почти под ноль. Ну, спасибо. Крутая катка, мужики. Порадовался и хватит. Так, короче, ребят, приглашаю второго подписчика. И посмотрим, какие пушки он нам даст. Здорово, мой второй подписчик. Здравствуйте, алло. Я смотрю, ты уже там приготовился, да? Рюкзачок надел, пушечки взял. Да-да-да, я приготовился, сразу говорю, да, две пушки у меня будет, я их спрятал. Хочу, чтобы это было сюрпризом неким. Ну, погнали посмотрим, что за пушки. Самому очень интересно. Надеюсь, там что-то играбельное. Let's go. Там круто, там очень круто, брат. Что там у тебя интересного, показывай. Я скидываю, забирай. МК ушная, ДБС отремонтированная, серьезно?
Да, это имба, это имба, ты чё? Не, ну в принципе, не так уж все и плохо, слушай. В принципе, играть можно. А вопрос хороший, я могу прицел свой поставить? Просто это 6x мне вообще не нравится. Да, конечно, главное бесы оставь, ну и, естественно, играй с теми пушками. Я желаю тебе удачи. Круто развалить. Давай. Удачи тебе тоже. Спасибо за пушечки. Так, ну в принципе, пушки так-то играбельные. Можно разваливать. Единственное, что я поменяю, так это прицел. Поставлю 3x, потому что шестерки зажимать сэмки такое себе. Ну и в принципе, погнали. Также соу режим. Посмотрим, что мы сделаем с этой пушкой. Let's go. Спаун не очень, откровенно говоря. У нас где-то там есть челик, но что-то я спаун как-то особо не вижу. В любом случае, бежим в ту сторону. Куда-то бежал в сторону босса, да? Или что он делает? Или вообще будет здесь пробегать? Что он делает вообще? Так, ну я так понимаю, что он пошел в сторону босса? А нет, он тут. Ты лежит. ДБС решает... Еще чел впереди, окей. Так, чел впереди. Скорее всего, будет сидеть зетского дальше. В принципе, я не против. Я могу подойти даже ближе. МГшка. А это интересно, мужик. Очень интересно. Ладно. Нет, я живу. Я же буду жить. Раскида миллион просто. А он вообще убежал. Прикинь, он просто убежал за камень тот. Так, ну еще и слева чел у нас есть. Не видно за листвой, боже мой. Так, ну и чел сзади остался. Только вот где он именно, непонятно. О, шлем 6, спасибо. Вообще, я предлагаю нам просто забить на этого чела, потому что хотите его искать. Хотя, подожди, он тут вообще. Здорово. Блин, даже тупэмка ушна все-таки наваливает нормально. Мне прям очень нравится эта пушка. Ой-ой-ой-ой-ой. Хорош. Рассыпался неплохо так, чел. Кстати, небольшой минус вот этого вот седьмого ледника. Это то, что вот из-за этого снеговика немного непонятно, какого цвета твой противник. Так, ну я думаю, что начало прям бодрое. Начало прям хорошенькое, поэтому погнали, наверное, в радейку. Что еще делать? Потому что, блин, искать людей наверху чуть не особо и хочется. Тут чел уже убили. На неожиданности я и не залетел. Дефолт соу режим, так скажем, да? Алло, здорово. Да, привет. Так, короче, ну, тебе желательно пушку лучше не палить. Там в рюкзак положить. Да, я понимаю. Надеюсь, что что-то нормальное ты мне взял. Надеюсь, что пушка норм. Хорош, хорош. Ну это имбово, бро. Это очень имбово будет. Давай, удачи. Давай, давай. Спасибо большое за пушку тебе. Тебе тоже удачи. Короче, ребят, что я предлагаю? У нас реально пушка имбовая. Погнали, залетим уже сразу соло против складов. Только, конечно, вот минус большой, то что перезарядка очень-очень долгая будет. И возможно, это мне как-то в будущем заруинит. Ну, надеюсь, что таких случаев не будет. Поэтому полетели соловые сквады на пятую карту с МГ3 Кобра. Let's go. Так, окей. Пятая карта. Соло против складов. Занимаем домик и ждем типов. Надеюсь, что они подойдут прямо в упор. Слева типы не бегут. Они просто сели на холм, да? Окей. Сзади людей тоже нет. А вот это печально, потому что у меня из прицелов только коллиматорный. Чё там происходит, боже мой? Ну, по одному из них не зарегало. Нормально. Фиолетовый, серьезно? Фиолетовые шестерки, кайф. А, еще тут два чела, да, у меня в упоре. Окей. И это тип красный, серьезно? Андрей, это ты? Братс.
На ржавых патронах, бедолага. Блин, ребят, ну это максимально грустно, что типа фиолетовые. А с этого типа, который еще на ржавых патронах играет, так еще и без каски падает последняя броня. Справедливо, никак иначе. О, красный. Шестая броня кобра, слушай, неплохо. Даже своего тиммейта последний ут упал, прикиньте. Потому что его тиммейт тоже был без каски. Так, ну ладно, нам, в принципе, разницы нету. Хотя бы что-то с этого файта мы поимели. В принципе, уже неплохо. Короче, ребят, прямо сейчас мы залетаем на радейку. Я надеюсь, что какой-нибудь сквад фоу шестерочек там лутается. Опа. Погоди, он, по-моему, меня заметил, да? Да, он заметил меня, серьезно? Где твои тиммейты, бро? Здорово, это твои тиммейты на гаранте? Нет? Ну ладно. Так, надеюсь, что он не один. Ну да, их двое минимум тут. Даже трое. Нифига себе. Здорово, майорчик. Это бомжики, блин. Ну ладно, пускай резаются. Добивать их не будем. В принципе, не особо интересен этот файт. Надеюсь, что хотя бы на радейке будут шестерочки. Так, на радейке, походу, людей нету, да? Ну да, вроде кейсы не залутаны. А, нет, слушай. А, он соло, серьезно? Это сольник утал радейку и все. Я думал, сейчас ема тут фул сквад. А это всего лишь сольник. Так, ребят, окей. Я думал, что будет намного круче. Но, в принципе, если так посмотреть, то все виды шестой брони мы уже собрали. Поэтому смело идем на выход и запускаемся снова соло против сквадов с этой же пушкой. Надеюсь, что я умру. Потому что уже хочется ее сменить. Да, ребят, конечно, рассчитываю на большее от этой катки. Потому что спаун у нас прям был максимально лютый, максимально забивной. Но никто из двух сквадов не решил пойти в сторону дома, поэтому получилось как получилось. Надеюсь, что следующая катка будет намного круче. Так, мужики, окей, спаун лютый. Блин, с этой пушки файтиться против тех типов вообще в треугольнике, в принципе, на расстоянии. Это прям стопроцентная смерть. Ну ладно, что поделать, давайте, пушку все-таки менять нужно. Поэтому погнали вперед. Надеюсь, что что-то деле мы с этой пушкой на расстоянии сделаем. Ну, кстати, будто там никого нету, потому что что-то вообще никого не видно. Да, вроде бы там никого нет вообще. Там челик есть один. Пофигу ему, что ли? Это какой-то бомжик, блин. И спереди типов, кстати, особо тоже не видно. Так, фиолетовый бомжик. В принципе, неудивительно. Челик есть. Здорово. Так, тут челик на горе. Хорошие новости, но то, что он на горе, это, конечно, печально. Блин, как мне его выкурить оттуда? И как потом подходить? Ладно, давайте просто на мужика подойдем, запушим его. Надеюсь, что он нас не заметил. А, так он куда побежал, смотри. Он уже успел убежать, офигеть. Боже мой, что за катка? Почему одни сольники? Почему одни сольники и бомжики? Где люди? Вроде бы не в соло режим зашел. Я требую фул шестерок. Где они? О. А ты кто? То есть... Я зажал так много патрон, и он не умер. Я очень много зажал. Просто не понимаю, как это работает. Да, ребят, конечно, такой прям маленький урон у этой МГшки в тело, что просто жесть. Но мы слились так-то. Так, ну что, родовый подписчик, здравствуйте. Надеюсь, что вы мне вынесете играбельную пушку. Я буду этому очень-очень сильно рад. Здравствуйте, я могу вам подарить очень редкое оружие. Я очень уважительно отношусь к всем блогерам. Вот, значит, я подарю тебе очень серьезную пушку. Возможно, тебе такую дарили, возможно, тебе не дарили, но я сделаю то, что, возможно, никто не делал. И когда-нибудь ты мне вернешь что-то тоже хорошее. Вот, это добрый поступок должен, вот, вернуться бумерангом, ударить мне в спину, и ты мне что-то дашь. Слушай, мы прям культурно общаемся мы сегодня. На культурно немного. Ну, полетели. Очень интересно, что за пушка. Давай, посмотрим, что за оружие это. Нифига себе. Ну, это жестко. Это жестко. Не, ну, МКшка с телефрон, конечно, прикольная пушка, но урон будет, конечно. Ну, да. Не, ну, МКшка это самая лучшая пока что.
Зажрался, так, ну ладно, чё. Давай, пока. Спасибо тебе за пушку, Андрюх. Я боюсь, ты потеряешь её. Всё, спасибо. Так, ну, пушка хорошая, но единственное, что минус, так это то, что МКшка сталик. А как вы, возможно, помните с прошлого ролика, как у меня там тупо не зарегал три башки или две башки, по-моему, по челу. Вернее, зарегал, но он не нокнулся. Ну, потому что это МКшка сталик. Надеюсь, что таких случаев больше не будет, поэтому полетели, короче, соуприз кодов сразу же, моментом. И надеюсь, что что-то отдельное мы с ней покажем. Let's go. Так, ребят, ну, спаунер максимально мясной. Самое то для этой МКшки. Надеюсь, что она меня не подведет. Погнали, короче, займем вот этот дом. И уже оттуда будем принимать типов. Надеюсь, что они пойдут. Слева типов не видно. Вижу вроде бы чего на горе. Это уже минус. А вот сзади есть. Ну опять, видите? Прикольчик, да, такой, что типы не нокаются. Хотя, по идее, должны. Но если бы СМКшки вышки по первому зажал, он бы 100 просто бы умер. Так, минус один, хорош. И второй за толчком. Так, это левый чел, подожди. Какой-то бомжик. Ну давайте, парни, придется вас пушить. А что делать-то? А, он даже не резнул его, серьезно? Так, да этих утать не будем, у него красный, хорош. Сразу пойдем вперед лучше. Еще и справа люди есть, нифига себе. Счет прям интересный, прям тут. Еще на камнях что? На камнях чего, откуда, вопрос хороший. Справа где-то челик был, меня прям напрягает. Они оба лежат там, просто лежат оба. Не, я не хочу с ними пикаться, потому что они лежат. Тут челы, там челы, еще вот тут челик. Ну а давайте на мужика пойдем камни запушим, потому что что-то делать нужно. Просто так сидеть я не хочу, но тут никого нету, где ли, где чел? Походу он просто убежал отсюда, да? Слева двое, этот упор один. Так, тут двойка типов еще осталось, но там на горе еще типы. Твой тиммейт пикает, да? Серьезно? Одна башка и все? Андрюх, ну пушку ты мне подсунул явно жесткую. Вопросов как бы не имею особо. Но они лежат просто, ну бред полный. Просто лежат, что мне с ними делать? Как мне их пушить? Они оба весь файт просто лежат на этой гребаной горе и все. Опа. Чел слева бежит. Хорошо, что я его заметил, блин. Так бы и закрыть смог. Окей, я понял. По-моему, еще чел был, нет? Кому-то бот зажимал, где он? Я не успокоюсь, пока этого чела не найду, где он? Потихоньку, так скажем, будем утаться. Хорош, уже нравится это. Ой-ой-ой-ой-ой. Со второго как насыпал, блин. Так, это чел бомжик был. Красный, розовый тип, окей. МКшка лучшая. Крыса какая-то, а? Смотри, блин, а? Чего чую? Думал, что закрысит меня, да? Куда он делся? Он просто в воду упал или что? Не просто упал в воду, хорош. Хорош, хорош. Хватит плавать. Так, ну все, теперь я абсолютно спокоен. И уверен, что больше никого тут не будет. Может, будет спокойно лутаться. Шестая. О, два подсумка, хорош, хорош. Вот эти подсумки прям очень нужны. Давайте радейку скинем, лучше залутаем побольше вещей. О, две сумочки. Что-то прям вообще жестко сыпят мужики. Ну все, ребята, вот так примерно выглядит мой ивент после такого файта жесткого. В принципе, я доволен. Андрюха подсунул хорошую пушку. Спасибо тебе, Андрюх. Так, ребят, ну я доволен.
Нам нужно снова пойти с этой же пушкой соло против складов. Надеюсь, что меня убьют. Полетели. Так, мужики, ну спал мясной. Правда, там какие-то бомжики вроде. Один голый, другой пятерка. И двое фул-шестерки, кстати. Один уже решил полежать. Видимо, устал. И смотрит в мою сторону, окей. Так, ну он нулевой подходит, так что упор. Ну там еще люди идут. Там еще один. Я понял, бро. С нашим тиммейтом. Сзади чего еще? Я ненавижу МКшку Стальной фронт. Официально заявляю. Алло, здорово. Алло, здорово. Так, сейчас главное пушку не пали. Надеюсь, что нормальную пушку не вынес не какой-то там арбалет или... Ну ты понял, короче. Странно, что еще кто-то не подсунул мне какой-то там авик или МРку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ДПшка целая на типаке. С бронещитом. Но это явно люто. Давай, спасибо тебе за пушку. Да, ребят, ДПшка целая. Блин, придется играть в соло режиме, потому что урон прям максимально маленький у нее. И, кстати, бро, спасибо огромное, что ты типак не взял, но, блин, я с типаком не играю, поэтому, сори, я его уберу. И за бесов возьму лучше коллиматорный прицел и 6Х. Надеюсь, что что-то дельное мы сможем с ней показать. Let's go. Так, слева чел. Еще вроде чел идет сюда, да? Бросим патронов. Нам пятерка повезло мне. Здорово. Шестая сумка, хорош. Еще какой-то чувак идет, да? Да, вот чел еще подо мной. Ну давай, братишка. Три патрона, бро. Я иду. Не убегай, пожалуйста. Хорош. Еще сумочка, хорош. Чет прям ДПшка мне нравится, ребят. Так, ну вроде все, за школу больше людей нету. Ну, по крайней мере, я никого не слышу. Так, ребят, я думаю, что нам можно поехать на радейку. И на гарде, кстати, вроде бы никого не слышно. Так что радко идем 100%. Крысы, пожалуйста, не надо меня крысить, прошу. Так, чекаем этот уголок. Может, там вылезет крыса какая-нибудь. Так, ну вроде бы никто не крысит. А вот вагонетка уехала, слушай. Опа, опа, опа. Ну, вроде бы один. Но мы сейчас залетим просто на крышу тупо. Ладно, мне, короче, лень сидеть тут, ребят. Я хочу запушить пойти. Ой-ой-ой. Бро, ну хорошо попал по мне, хорош. Так, каска шестая, еще и радейка, хорош. Так, хороший вопрос, надеюсь, что меня никто не крысит. Надеюсь, что челы еще будут и не будут показываться, а не просто сидеть. Короче, что предлагаю сделать? Так это просто поутать радейку. Я думаю, что как минимум один чел точно сюда придет. Поэтому утаемся, надеюсь, что слитки будут падать. Вроде бы я чела слышал. Фаерка, кстати, может просто улететь, кайф. СКС-ка кобра, хорош. Чисто пушка на продажу, потому что с таким оружием я вообще никогда не буду играть. Таплки это прям не мое. Да, я слышу чего, блин. Я слышу, что какой-то чел бустается. У нас, походу, ребят, на радейке тут завелась крыса. И, скорее всего, он лежит где-нибудь на ангаре. Так, нет, на контейнере. Я услышал тебя. Так, ребят, ну оттуда максимально тупо выходить, поэтому выйдем сверху. Надеюсь, что он остался на месте и никуда не пошел. Это левый чел, интересно, или он же? Скорее всего, он же, да? Ладно, делаем его так вот. Патроны, брат, патроны.
Патроны, брат. Урон маленький, бро. Блин, как я с ДПшки отыгрываю, конечно, это полный кринж, ребят. Но, честно признаюсь, с ДПшки я вообще не умею играть, поэтому не судите меня строго, ребят. Но, в принципе, так-то вроде бы мы живы, поэтому следующую катку... А, нет, подожди. Подожди. Возможно, не живы, тут чел еще. Так ладно, что сидеть тут? Давайте запушим. А то что-то он там сидит, блин, ждет меня. Он бежал просто вниз, да? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, крыса, блин. Почти меня забрал, кстати. Да, моему залету с ДПшки можно позавидовать. Ой-ой-ой, хорош. Так, ну, в принципе, мы выжили каким-то чудом с ДПшкой целой в соло-режиме. Сейчас пойдем против складов, посмотрим, что я покажу с этой пушкой. Let's go. Так, мужики, я думаю, что вы все прекрасно понимаете, что я сейчас буду делать. У меня как раз еще на ДПшке есть бронещит. И как бы можно сделать вот так вот. И есть еще 6x. Блин, ну никто не бежит, серьезно. Хорош, хорош, слева на камнях есть. На этом доме хорош. Мне прям нравится, мужики. Так, за маяком чего видел? Окей. Здорово. Так, его тиммейт еще были на камнях, это я точно знаю. И на доме еще куча-куча народу. Чё-то я прямо вкус вошел, ребят, как-то. Это ДПшечки. Так хочется упор подойти, блин, но слева тип, надеюсь, что его нету там. На крыше, да? Ну их двое, как минимум. А, это левый чел, да? А, нет, не левый. Чё я сделал? Я хочу жить. Я сделал ошибку, да, я сделал ошибку, но я хочу жить, мужики. Вроде пощадили. Хорош, два нока. Здорово, мужики. Блин, я чуть так тупо не слился, боже мой. Кринжово, конечно, немного, но я живой. Это самое главное. Ну, повод, конечно, такой себе тут. Опа. А ты кто? Здорово, кайфарик. Спасибо за то, что ты красный. 6-я сумка, хорошо, бро. Еще куча разрыв. Как раз патроны кончались. Хорош. Так, ну хотя бы 6-я сумка, это уже радует. Да, ребят, конечно, я поздно уже подошел, но в принципе я хотя бы что-то унес с этого файта. Это уже радует. А вот и люди на гарантии, кстати. Хорош. Надеюсь, что это не бомжи. Блин, ну скорее всего, это бомжки какие-нибудь, но... Проверить надо, вдруг это шестерки просто гарант решили поутать. Так, где, слушай, у чела? Или он на втором этаже? Погоди, где он? А, нифига себе, бомжики, да? Алло, Карасик, здорово. Надеюсь, что это не какой-то там арбалет будет. Ну что, с арбалетом прям бегать, ну, не хочется, да. Это интересная пушка, тебе понравится. Ну, надеюсь на это. Так, ну давай. Серьезно? Я ждал этого момента, бро. Я ждал этого момента. Я ждал, когда мне кто-то это вынесет. Она еще и золотая, спасибо большое. Я прям ждал этого момента, когда кто-то вынесет мне такую пушку. Давай, спасибо тебе за пушку огромная. Дай я сделаю, похвастаюсь. Давай. Все, спасибо, давай. Так, ребят, ну спаун лютый. Короче, идем вперед, файтимся с типами, и потом с кайфом идем за утанами на выход. Но это при условии, если мы выживем, и вообще сможем кого-то убить. Потому что М24 это вообще бред полный. Мужики меня спалили, я понял. Чё-то их много там как-то, не? По башке. Второму тоже. Третьему тоже, чтоб не унывал. Там еще люди сзади у них.
И четвертому хит. Опа, опа. А кто это у нас кайфует там, а? Так, вот это не круто уже. Повсюду чело как бы. Что мне делать, мужики? Как же я плохо стреляю с этой пушки. Гоу дал, хорошо. Как подняться? Еще тиммейт его бежит. Мужики, я хочу жить. Добил, а там пофиг. Добил, а там пофиг, мужики. Короче, ребят, вот таким вот получился наш ролик. Надеюсь, что он вам очень сильно понравился. И спасибо тем людям, которые принимали участие в этом ролике. Ребят, без вас этот ролик бы не вышел. Спасибо, ребят, огромное, что смотрите меня. Я правда это ценю. И спасибо вам огромное за пушки и за крутые эмоции. Ну а вы были на канале Амрекью. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал. Не забывайте залетать в мой личный ТГ-канал по ссылочке в описании. Ну и, конечно же, ставить лайкосики и участвовать в розыгрыше. Увидимся в следующем ролике. Ну или же на стримчике.